Его ждали, и он пришел. Для зимнего волшебника нет преград. Поздравить малышей с Новым годом Дед Мороз приехал в педиатрическое отделение Одинцовской областной больницы, но не один. Желаю вам здоровья, желаю здоровья вашим детям, естественно. Это наше самое ценное, что у нас есть. И у нас сегодня придется Дед Мороз вас поздравить. У нас будут подарки. Самвел в стационаре недавно, но уже идет на поправку. Положительные эмоции должны ускорить этот процесс. Очень рада такой инициативе поздравления с Новым годом. Оно разряжает без того конфликтную и нервную обстановку за здоровье ребенка. И очень классно, малыш счастлив. Новогодний праздник разнообразил больничные будни. Конкурсы, интерактивные игры и, конечно, сладкие подарки. Поздравили и тех, у кого постельный режим. Друзьям помогала? Ну, молодчинка, держи и тебе подарок новогодний. Мы очень надеемся, что к этому Новому году все детки выпишутся, они придут домой, будут праздновать Новый год уже дома, и к ним дома придет Дед Мороз со Снегурочкой, и все будут счастливы. Сейчас в отделении проходят лечение 27 детей, в гематологии еще около 10. Разный возраст, разные диагнозы, но одно желание на всех – встретить Новый год дома. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».